Приветствую всех любителей экзотических растений. В моем саду зацветают бругмансии. И, конечно же, я спешу поделиться с вами этой невероятной красотой. По мне, это чудо природы. Данный вид бругмансии называется ангел флайт или полет ангела. И впрямь она выглядит настолько воздушной, волшебной, что можно сравнить с полетом самого ангела. Этот нежный, невероятный цвет, это просто что-то с чем-то. Это бругмансия трехюбочная, то есть бывает много видов, даже до 5 юбок доходит бругмансия. Но вот это трехюбочная. Начинает она свое цветение с менее персиковых цветов, она выглядит более желто. Потом за 2-3 дня она набирает свою силу и мощь цвета и становится такого насыщенного персикового кремового цвета. Ну, просто потрясающий цвет, очень мне нравится. Эта бругмансия растет у меня третий год. На зиму я убираю ее на холодную веранду с температурой примерно около 10 градусов, а летом высаживаю в сад, и она начинает свое цветение обычно пораньше, в августе. Но вот в этом году она задержалась немного, не знаю, с чем связано, может быть, дождей не было. У меня она набирала бутоны, но они отсыхали, наверное, в связи с тем, что не хватает влаги ей. Все-таки это тропическое растение, она родом из Латинской Америки, там она достигает размеров до 5 метров. Представляете, какие деревья? Просто такие исполины огромные, и когда они усыпаны все вот таким вот ароматно, потрясающими, красивыми цветами. Это просто невероятное зрелище. Очень хочется съездить на родину и посмотреть в природе, как они цветут. Конечно же, там не гибридные сорта, там обычные, простые растут растения. Но все же, когда невероятно много вот этих вот труб ангелов, их по-другому называют эти цветы, это просто потрясающе смотрится. Ну, конечно же, отдельного внимания заслуживает невероятный аромат этих цветов. Не знаю, на что он похож, на какие-то духи с фруктовыми нотами, с цитрусовыми нотами. У нее, у бругмансии, ни на что не похожий аромат, который днем становится слабее, а к вечеру, когда начинает темнеть, он просто раскрывается. И даже вот с таким одним кустом, как у меня, выходя ночью в сад, метров за 5, за 6 уже доносится вот этот невероятный запах. И ну, просто обалденный. Бругмансия благодарит своих хозяев за невероятно сложный уход, который в средней полосе, конечно, тяжело соблюсти все условия содержания бругмансии. Очень много ошибок, так как климат не подходит для выращивания бругмансии, но все же стараниями садоводов, изучением бругмансии, чего ей хочется, как ей лучше достигается вот подобный результат. И когда выходишь вечером в сад и наслаждаешься ароматом, понимаешь, что не зря прилагала усилия, мучилась с этими горшками, пересаживала их, таскала их с веранды в сад и обратно. Все-таки награда цветовода наступает, когда видишь вот такое обильное и красивейшее цветение и невероятный аромат. Спасибо вам, что смотрели и слушали меня. Пока-пока, до новых цветений!